iPhone 2G. Замена задней панели со шлейфом. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор iPhone 2G». Сначала откручиваем винт, удерживающий разъем гарнитуры. Затем два винта, которые держат переключатель вибро. Данный шлейф подлежит замене в случае, если аппарат не определяет гарнитуру, если не работает вибромотор, если не работает кнопка включения или кнопка громкости. Откручиваем два винта, удерживающие кнопку включения. Для удобства дальнейшего разбора немного отклеиваем кнопку включения. Откручиваем винты, удерживающие кнопки громкости и кнопку переключения вибро. Шлейф снят с задней панели. Теперь можно заменить саму панель или шлейф. Устанавливаем новый шлейф в заднюю панель и закрепляем его винтами. Устанавливаем переключатель вибро и также фиксируем его винтами. Далее устанавливаем на место разъем гарнитуры и закрепляем его. Затем устанавливаем переключатель вибро и фиксируем его двумя винтами. Устанавливаем на место кнопку включения. Все. Шлейф с задней панелью заменен.